Locuitorii satului Brăviceni din raionul Orhei au avut o calitate de oaspete pe Catarina Pelcinska-Naleci, secretar de stat la Ministerul de Externe al Poloniei, care împreună cu câțiva specialiști polonezi în diverse domenii au vizitat întreprinderi și societăți fondate pe parcursul ultimilor 3 ani în această localitate cu suportul Fundației Est Polonia. Noi, ca polska organizație, realizăm proiecte în teritoriul Moldovei, поэтому для нас это тоже важные визиты. И мы хотели немножко показать результаты после пару лет работы здесь для нашего замминистра. Ну, сегодняшний день мы смотрели несколько успешных проектов, которые удалось реализовать на территории Брабичени, здесь в Ратуше тоже. Ну, таких проектов мы уже реализовали больше, чем в 40 деревнях, так что мы не работаем только в Брабичени. Брабичени для нас это рабочая площадка, где мы проверяем, насколько успешно может что-то получиться. И потом самый хороший опыт стараемся переносить в другие деревни. Партия Болонеза, мы коллаборируем 4 года зили. Vă spun că 2014 este un an foarte bogat pentru Brăviceni, fiindcă s-au implementat în Brăviceni 13 proiecte. Delegația poloneză a vizitat ferme de iepuri și de bovine pentru carne, sere, întreprinderi de procesare a laptelui și a cărnii, proiecte deja aplicate la Brăviceni. Я приехала сюда, чтобы проведать польские проекты по развитию. Молдова для нас очень важный партнер. Мы проводим проекты уже свыше 5 лет. И то, что я здесь увидела, я считаю, что эти проекты проходят очень хорошо, что действительно мы смогли найти очень хороших партнеров здесь, которые используют нашу помощь хорошо, образуются новые бизнесы, новые предприятия. И это приводит к тому, что есть новые рабочие места, это очень важно. И люди остаются жить в деревне, не только остаются жить вместе с семьями, но у них есть работа и у них есть возможность развития. Так что мы довольны тем, что увидели, и будем продолжать нашу помощь и наше сотрудничество. Asociația poloneză își desfășoară activitatea din 2010. În această perioadă au fost puse în aplicare proiecte în peste 50 de localități din țară, care se referă la îmbunătățirea infrastructurii sociale în mediul rural, cât și la susținerea dezvoltării business-ului mic a cooperativelor de producere și a grupelor de producători. Mihai Obreja, Ion Alexeev, Orhei, fiți la curent!